Раньше сестрички выносили раненых с поля боя, а сейчас в мирное время именно они – правая рука и опора врача. Медсестры первыми бегут на вызов пациента и могут круглосуточно находиться у постели больного. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских отметил важность профессии медицинских сестер, после чего вручил почетные грамоты лучшим работникам. Особое место в жизни всего региона и каждого человека в отдельности. С раннего детства и до глубокой старости мы находимся на вашем попечении. И все мы прекрасно понимаем, какой квалификации, каких знаний и, наконец, какого терпения требует ваша профессия. На сегодняшний день более 13 тысяч медицинских сестер, работающих в Ульяновской области, обладают достаточной квалификацией, чтобы оказывать высококвалифицированную помощь пациентам и консультировать их родных. Именно они составляют самую большую по численности кадровую армию здравоохранения региона. Алина Тихонова, Герман Баранов, УлПравда ТВ.